Совершенно резонно меня спрашивают, а куда ты в этом комбинезоне, дорогая моя, будешь ходить? Как куда? Жить. Я в нем жить буду. Ходить туда, где живу. Вот, смотрите, хожу к розочкам по утру. У меня есть. Может, вы хотите еще сказать, что вам не нравится мой рюкзак в виде медведя? Я не знаю. Я не знаю тогда, что вам может понравиться. Странные вы какие-то. Вы видите кота? А он там есть, вон он. Разворот мутит. О! Все, смог. Смог. Ну что, поговорим сегодня об абьюзе? Давайте. На самом деле ГУА – это самая большая психиатрическая лечебница, которая есть. А в этих 17 больницах спасают нормальных людей. Вот я думаю, что так. От общения с этими психопатами. На мой взгляд, так. Потому что пока я находилась внутри одной из этих 17 психиатрических больниц, я вам скажу так, эти люди намного человечнее, нежели чем половина Рамболи. Нормальные сидят в дурках, а психопаты ходят по улицам. Еще и спасают других людей. Бегу за своими, короче, вещами с Амазона. Так что забираю. Куда я хожу в этом комбинезоне? За амазоновскими посылками, чё? Ну чё, забрала. Мечусь тут по полю, значит, со своими коробочками с Амазона. Смотрите, какую я стеночку разрисовала с Жориком. Сейчас будем дома распаковывать. Охрененно, я так рада. Знаете, что это? Это сковородка, кастрюлька и термос. Довольная, как таракан. Что, папе для счастья надо? Новые сковородочки. Начинаем. Ништяк. Поехали. Первый пошел. Мяу. С крысочкой, блин. Вау! Боги! Вот милота! В большой коробке маленькая коробка. Коробка нужна? А там маленькая будет потом. Ну все. Я отдаю тебе сковородку. Почувствуй этот момент. Почувствуй этот момент. Термосок. Не надо. У меня тут тепленькая водичка обычно. Все? Я считаю, что это успешный успех. Мама, это жара. Смотри, что я себе заказала. У меня теперь вот такой комплект. Все остальное выкину. Или кому-то отдам. Здесь остаемся? Кстати, практиковаться там какие-то... Киримских. Идем в сторону забора запчастей. Видимо, сначала забор запчастей, потом море. Как-то так. Потому что 30 минут. У нас тут магазины очень странные, у них график всегда. Дети умеют отдыхать, короче, у них есть сиеста и трындец. Вот сейчас вот до 4 они отдыхают, а сейчас у нас около 5 часов вечера. Вот он еще 30 минут будет открыт. Дебилок я, товарищ. Ну как, ваши ставки? Они отсоединили запчасти от байка или нет? У вас есть время подумать, насколько хорошо вы знаете Индию. Как ты думаешь, они отсоединили запчасти, да? Да, ну, да. Конечно. Легковато к дороге, конечно, по мне. Очень. Архитектура у него прикольная.
Тут следующий домик по дороге продают за 21 лям. Конечно, я так уже привыкла. Я так живу. Я прям вижу свой байк, как он стоит такой весь неснятый. Но на самом деле, сейчас посмотрим, насколько я верю в этих людей. Это не мой байк, но очень похож. Они сделали. А, я не узнала. Охуеть. Приветствую тебя, дорогой мой друг. Охуенно. А, Самир? I need to clean carburetor. Clean, okay? Okay. That's all. Gasket, new. Mm-hmm. Gasket. Gasket. Oil leakage, okay. Gasket, two gasket. Mm-hmm. Carburetor killing. Engine oil new. Mm. Oil. Oil new, ага. Uh-huh. И сняли все с байка, и я тащу все домой, буду сама красить. Собственно, видали, какие дела? Работают. Байк крутится. Вполне возможно, что через недельку у меня уже будет свеженький байк. А вчера мне сказал хозяин дома, что вообще-то еще 3 месяца нельзя красить байки. Это по приметам, по всеобщемировым. Но у меня на все свое мнение. У меня, кстати, термос протек горящим по жопе. Что будем делать? Окей. Полинка. Привет. Сегодня я хотел показать молотки такие. Я себе купил вот этот молоток и поработал я вот с этим молотком. Он немножко грязный, я его сейчас почищу. Я с ним поработал. Когда я первый раз с этим молотком поработал, я уже не хотел никогда в руки брать такой дешевый молоток, который, так сказать, ничего не умеет. И после того, как я с этим поработал, купил себе вот этот. Я беру молоток, я как молодой Тор. Амасайка, амалус контрол, сам себя спасайка. Из этих стечений обстоятельств твои кинды должны были остаться, но тупо съебались молоток. Черный юмор, жутко умер, жутко. Теперь твоя шкура, чья-то шубка. В окружении врагов, оружейный каталог. Для тебя ствол потолок, для меня молоток самое то. Молоток решил, и ты должен умереть. Молодой из врагов лепит коллег. Бам! Сработал молоточек, система наебнулась, закоротился проводочек. Мы гуляем по району, я и мой молоток. И сжимает рукоять перебинтованная ладонь. И мне шепчет молоток, похуй, что они пришли толпой. Шепчет, делай то, что должен, вывезешь его одного. Молоток непримиримый, одиночка. Никуда не убежишь от молоточка. Молоток ранит, молоток бьет, ломает кости. Молоток забивает стрелки и приходит в гости. Молоток не балабон, он молчаливый исполнитель. Он закончит, если ты не смог остановить их. Мы на пару, сначала в школу за парту, потом в шарагу на пару. Мы с ним на пару, не раз поддавали пару. Прогулках по парку, в зарубах за баром. На наперстках у вокзала, у базара на перекрестке. Мой молоточек родом из 90-х. Свежий молот, свежий серп, бей их молот. Жар в груди, стальной холод. Молоток кричит, утоли мой голод, бей. Свежий молот, свежий серп, бей их молот. Жар в груди, стальной холод. Ну чё, я одна отправляюсь с кружечкой в сторону дома. Кирим радует сегодня погодкой. Мне надо зайти за курицей и за овощами. Сегодня будем готовить ужин, отмечать данное событие, а я буду перекрашивать байк. У меня он черный, я хочу снять полностью, собственно, всю покраску и сделать. Приветствую! Кура, дождись меня, я бегу к тебе. Беру себе полиэтилен, чтобы укрывать пол для покраски. Для полиэтиленку, для прикрытия пола, когда буду красить. И взяла джекфрут. А сейчас по дороге еще возьму курицу, если он еще открыт. Я бегу к тебе, курица.
Вот так вот мясоеды выживают в данных условиях. Куры в руках. Все меня дождались. Буду готовить куриный суп с шампиньонами. А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна и играла волна. И все цитаты я забрал у тебя, и теперь я как ты, или ты как и я. Темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизировались, наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, та да я, ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали, всем средний палец, наш союз уникален, открывай компари. Суп получился просто отличный. Мы все с чувством исполненного долга. Из сегодняшних сделанных дел: забранные запчасти от байка, помыты, принят Амазон, сварен суп, убрана квартира. По-моему, этого уже достаточно, чтобы просто жить и кайфовать от этой жизни. А кот, по-моему, не согласен, что не для него курица это жарилась. Ну, что я тебе могу сказать, котец? Жалуйся в гуагский суд. Понял? Понял?